Она сильно напряжена. Это от меня передается напряжение? Напряжение идет по ее судьбе. Так действует время. Оно ее напрягло где-то года полтора назад. И сейчас она в этом периоде находится. Еще будет находиться еще полтора года. Нужно отдать ей в какую-то секцию, чтобы она много бегала. Нужен бассейн, чтобы ей плавать. Ей еще 2 лет даже нет. Тогда купать ее в теплой ванне по вечерам. Каждый вечер 40 минут в теплой воде. Давать ей побольше двигаться. Вот, кормить больше как-то сами, ну как бы кормить больше ее зеленой пищей или овощами какими-то зелеными, там огурцы там, и так далее, чтобы она расслаблялась как-то, снимать с ней напряжение. И график, получается, у нее постепенно вырывается? Делайте все это, она успокоится, расслабится. Массаж можно делать в таких случаях ребенка. Можно пробовать маслом мазать вечером после ванны, можно мазать или топленым сливочным маслом все тело понемножку, на мокрое тело, и потом уже смывать. Ну, чтобы что-то осталось, чуть-чуть масло остается. Или кунжутным маслом, или кокосовым. И какое-то из трех сработает. Вот после какого она заснет, то и оставляйте потом. Ну, не надо, чтобы тело вечером было сильно маслянистым. Надо на мокрое тело мазать чуть-чуть. Растирать, а потом еще смывать, и остается только запах от масла. И тогда вот оно может расслабить, дать уснуть ребенку тоже. Масло может.